Всем привет, Леонид Котвицкий, Украина. Итак, имеем вот обзор такого измельчителя веток. Давайте пару слов о нем. Значит, основан он на 7,5 лошадином бензиновом движке, типичном мотоблочном движке. Крепление жесткое. Есть возможность, есть натяжитель, который можно натянуть ремни. Вот такие ремни 200-е, вал. Там все на подшипниках. Одновальный вал. Только один, который, над которым крутятся ножи. Вот. Здесь имеем. Здесь имеется два ножа. Могу показать. Такой нож. И с другой стороны вала аналогичный нож, который рубят затягивающиеся ветки. Сегодня задача. Я прикрепил его уже, обкатал 10 часов на холостом ходу. И сегодня задача проверить его, как он будет работать. Потому что, вот, да, ну здесь такая бляха, как на меня, сразу уточню, сварена четырьмя швами. Это как на меня маловато, но ничего, посмотрим потом, да, в процессе. Движок закреплен на раме жестко, значит, он не имеет никаких-то прокладок, амортизаторов. Вот. Ну и система довольно типичная. Так? Значит, главное, как она в работе. Одновальные, бывают всякие, бывают плохо измельчают, бывают, например, выбрасывают сильно обратно ветки, недостаточно затягивают. Вот. Ну, не только одновальный, зависит там все от конфигурации ножа, от много чего. Да, ножи, естественно, сменные. Все это разбирается, сменяется. Вот, и бывает, что вы плохо затягивает, выбрасывает обратно. Это очень тяжело на руки. Ну, посмотрим, как этот. Так, я его уже обкатал. Так, и сейчас заводим. Так, на движке здесь есть on-off. Так, вот этот рычажок, это скорость. Сюда, значит, быстрее, сюда медленнее. Для старта ставим чуть-чуть выше. Топливный рычажок открываем. Заслонку закрываем для старта, потом в процессе прогрева продвигаем. Масло должно быть залито, не только то, что есть внутри, когда приходит новый движок. Там макнешь, вроде бы есть масло, но нет, надо доливать, потому что там лишь капелька масла, это транспортировочная смазка. Значит, масло залито, бензин тоже залит. И заводим. Так, закрыли заслонку. Да, обкатка делалась, естественно, без надетых ремней, так, чтобы зря вот это все не крутилось, не грузило движок. Сейчас ремни надел, вот этими гаечками подтянул хорошенько и пробуем. Прогрелся, поддаем газу и пробуем.
что, выводы. Так, значит, смотрим, какая фракция. Фракция у нас вот такая вот. Вот такая вот фракция. Такой вот длины куски. Ну, как одновальный, так? Если два вала и две серии ножей, секут меньше. Эти секут крупнее, секут. Так. Дальше. Кучка довольно быстро сделалась. Дальше я уже не делаю, потому что там уже всякий мусор. Вот, предельная толщина. Ну вот это, акация. Здесь 6-7 сантиметров. Вот это тоже. Сюда она дорубила, дальше я совать не стал. Вот тоже, 6-7 сантиметров. Кстати, это сухие ветки. Сухие или полусухие. Здесь тоже. Вот настолько обрубила и остановилась. Дальше не стал экспериментировать. Выводы. Значит, тащит она нормально, как для 7,5 лошадиных сил. Вполне себе нормально тащит. Вот. Из замеченных минусов. То, что я сразу скажу, минус. Бляха. Так. Вот эта бляха, она сразу подмылась. Вот, так не должно быть. Настолько вплющилась, тут аж почти до бака додавилась, значит. Что я и подозревал. У меня есть связь с производителями. Я им выскажу свои большие пожелания насчет того, что эту бляху брать толще и варить ее гуще. Потому что, естественно, нагрузка очень сильная. И это так быть не должно. Выпустят. Если захотят, чтобы оно шло в народ, да, то выпустят, бляху изменят. Так, все остальное пока что без особых замечаний. Нормально. И что еще? Что еще? Мелочь. Для заливки топлива нужен вот такой гибкий шланг. Потому что иначе проблемно будет залить. Так, поскольку здесь сверху эта штука. Ну и что сказать. Сечет нормально, свои функции выполняет. Только вот это вот надо будет подправить. Вот такая штукенция. Ремня два, как на меня, они даже лишние. Достаточно тут и одного. Вот. Рубит хорошо. Как на такую мощность движка, оно вполне себе рубит нормально. Так, чтобы рубило больше, движок должен быть 7,5 уже дизель хотя бы. Так, а не этот, не бензин. Вот. Или бензиновый там 13. Тот бы рубил уже более толстые. Вот, но те, которые уже с 5 и больше сантиметров, это уже по сути бревнышки мелкие, так, которые просто пилятся, а не рубятся на щепки. Ну вот так. Впечатления первые хорошие, кроме вот этого. Да, вот это сразу не понравилось, но переделают. Переделают обязательно. Если переделают, наверное, тогда испытаю уже более крепкий вариант. Есть еще идея в ручке газа в курке, так, чтобы не там рычажком не двигать, а курок сделать. Можно и такое сделать, но мне кажется, это мелочи. Так, это ж не мотоблок, где тебе все на ручках должно быть, потому что ты едешь и крутишь его. Вот, тут надо увеличил, подкрутил, меньше. Вот. Ну, вот такая штучка. Дальше я уже не делал, потому что это уже там дальше не столько ветки, сколько всякий мусор. Понабросали мне люди добрые. А так, аппарат неплохой. Впечатление тоже. Ну что ж, все. Надеюсь, был полезен. Всем пока. С вами был Леонид Котвицкий.